что мы с Хаку захватили озеро. Не знаю, что это, котлован, наверное, скорее, потому что искусственно выкопанный, потому что он квадратный. Слишком много, потому что Хакуч тоже видосики снимает. Нет, это просто невероятно. Это открытие человечества. То есть вокруг нас вообще нет ни души, ни одной. И все это озеро только наше. Мы так долго сюда забирались, потому что все вот то, что вот вы видите, где трава вот там, оно все в воде. То есть мы шли вот по тому песку, вот так вот, передвигались, кое-как забрались вот на этот песок, который вокруг этого котлована. И это просто... Самое интересное, что мы пока еще не придумали, как будем выбираться отсюда. Опасно, да, мы вырядились. В общем, вот, сейчас мы будем хавать. Чуть купить. Актуально. Знаешь, как все бьюти-блогеры, типа, то, что я питаюсь только этим и худею быстро. Ты еще их смотришь? Нет. Откуда ты знаешь? Вот. Кстати, вот очень ветрено сейчас. Думаю, это слышно. Просто пришли посмотреть. Да. Отлично, мы не знаем, что там. Да, нас сейчас со спутника поймают и везут. Да. Она нас заметила и закричала. То, что мы зашли на территорию и, короче, сейчас, короче, они выслушают то, что мы здесь обсуждаем, они такие, типа, что нифига себе умные дети. Это ребенок пискнул. И мне это показалось. Все равно это только наше место, мы так долго сюда забирались. Это было нереально сложно. Давай ты тебе расскажи. Что? Ну, поначалу, а что вообще с пушкой включено? Сначала мы вообще планировали просто сходить на маркизову лужу, в которую я с детства ходила. Когда, будучи вот таким маленьким шпендиком, мы очень часто ходили на нее купаться. Но мы нашли вот это вот. Я вообще не думала, что тут будет вода, потому что все перекопано, как вы видите, вот там, все перекопано. Я думала, ее уже с землей сравняли. И с кем? Не ты одна. Но оказалось, что все-таки вот она есть, да, какая-то водичка тут. Даже что-то всплывает, кажется. Слышала? Ну, в смысле, это просто вон там вот лужа бьется сбоку, да и все. А. Я уже думала, тут даже рыба есть хорошая. Вот, и вот действительно для меня впервые, что я нашла место, где только вот я одна и что-то есть. Обидно. Ну, в смысле, это только наша с тобой. Нет никаких других людей вокруг. 200 метров туда, 200 туда, 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 нет людей. Теперь можно поставить эту палку с табличкой, то, что собственность Игнатовой Татьяны. Да, мы еще тут что-нибудь выложим, типа что наше. Подпишем. Лайв-студия. Я не взяла вообще ничего с собой, чем можно писать.